Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. 19 сентября куряне будут активно проявлять свою гражданскую позицию на выборах депутатов Госдумы, Облдумы и ЗАГС собраний различных муниципалитетов. Без малого почти миллион избирателей ждут более 1000 избирательных участков. Наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов избирателей будут вести большое количество наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса, назначенных кандидатами от политических партий, а также общественных наблюдателей и общественной палаты Курской области. Коллеги, поэтому главное внимание в нашей совместной работе должно быть обращено на неукоснительное соблюдение избирательного законодательства, легитимность при проведении всех избирательных процедур. Выборы 2021 в Курском регионе будут проходить в несколько этапов, включающих голосование в течение нескольких дней, в том числе онлайн-голосование на госуслугах и на дому. Эти меры необходимы в связи с нестабильной ситуацией в обществе на фоне пандемии. Самовыдвиженцам предстоит трудоемкая процедура сбора подписей, подлинность которых будут определять не только графологи, но и специальные цифровые устройства. Тем же, кто идет от партии, напомним, что всего их 32, кто может принимать участие в избирательной кампании – собирать подписи не всегда обязательно. Достаточно попасть в списки выдвиженцев, определяемые в ходе принятия решений на съездах этих политических объединений. С того же момента они могут приступать к процессу агитации. Но это без употребления средств массовой информации. Это их встречи и так далее, и так далее. Другие формы, кроме участия со средствами массовой информации, они начинают их... Период предвыборной агитации начинается с момента принятия решения на этих съездах, когда их выдвинули. Что касается кандидатов, которые в составе списка кандидатов и в порядке самовыдвижения, они должны принести в избирательную комиссию уведомление, и в котором они дают, в заявлении дают согласие на то, что они согласны баллотироваться по данному одномандатному избирательному округу, они тоже получают право проведения предвыборной агитации. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.